Этот ролик выполнен при поддержке компании 1xBet. Высокий профессионализм сотрудников, разные дисциплины, быстрая и качественная работа. Все это компания 1xBet. Ну все, всем привет. Сегодня у меня новая загрузочка. Загрузка у меня на Пикалево. Это СПБ, Санкт-Петербургская, Ленинградская область. И в общем нахожусь я на Москве. Москва — это у нас рынок Москва. В общем, грузят меня сегодня шматьем. Вот, шмотки разные там. Это мы все повезем. Калево. Утром я подъехал. Ночью было тепло. Утром, видите, снег пошел. Сейчас вот так вот я вломился. Вот. Сейчас вот так вот, вот грузят с этой стороны. Потом сейчас они загрузят вот эту сторону. Расчехлил прицеп. И надо будет поставить мне, получается, машину. Вот прицеп вот так, машину вот так вот. Такая вот здесь движуха идет. В принципе, то же самое, что здесь, то же самое, что и у нас. На Южных Воротах там такая же тема. Тематика. Так что ждем, грузимся, грузиться будем целый день, уезжать будем вечером после 10, так как сразу на МКАД выскочим. Вот так вот похожу сегодня по рынку, погуляю. Надо мне купить баллончики с газом, не знаю, может, что-нибудь шматья посмотрю. Так вот, ну сейчас я и поставлю прицеп, вот так поставлю, назад выкачу и машину, и пусть они спокойно тогда грузятся, чтобы меня не дергать уже. И такие вот дела. Так, посмотрим с этой стороны. Вот как я сделал клапан на прицепе. Это получается вот так, у газелистов посмотрел, взял, купил вот эти вот веревочки. Вот видите, на рынке. Там зацепил, сверху продел через крючок. И в общем вот так вот они у меня, я их тяну, и клапан у меня собирается в трубочку. Вот так вот. Итак, загрузили меня. Загрузили машину. Сейчас загружают прицеп. Так. Слушай, дружище, что, можно тебя заснять, как ты рассыпляешься? Да, у меня канал на Ютубе, и вот мне просто пацанам показать, как паровозик рассыпляется. Башкирский, ребята, паровозик рассыпляется. Сейчас покажу вам, как. Чурочка, видите, поддышла. Сейчас он приподнимется. Приподнял. Здесь вот петелька у него. Видите, за нее он давит. Поднимается у нас. Расцепляется сыпное устройство. Но также есть еще и лапы. МАН ТГС. Так проще, чем лапами, да, поднимать? Да, нахуй, они сломаны. Ну геморрой ничем у меня. Тут куча проводов. Зацепить, зацепить. Нормально, еще ручка есть. А это кто-то туда лазит вообще вниз под машину. Все, сейчас он начнет отъезжать.
принципе, быстро расцепился. Встал на мое место. Я отъехал. Так, вот сейчас опустится. Еще надо опуститься ему. Оп. Вот и все. Вот и отцепился, называется. Все, прицеп на чурбачке. А он сейчас рядом встанет. Вот видите как. Оп, и все. Лентяй тоже поворачивает. Вот это тема. Вот это тема, ребят. Поворотным лентяем манчик. Все, вот так вот он быстро и расцепился. Сейчас рядом станет сюда и сюда. Вот такая техника, ребят. Вот так вот. Так, ну а что, мне осталось ждать. Мне осталось загрузить совсем чуть-чуть. Сейчас пойдем посмотрим. Совсем маленько осталось. Что, сегодня загрузите? Так. С этой стороны у нас все хорошо. Вход машины. Ну и все, ребят. Ждем, пока нас загрузят. Так вот расцепился МАН ТГХ. Господа, загрузились. Пломбы повесили. Вот пломбочка висит наша чудная. Здесь такая же. Вот такая же висит. Туда мы ее сейчас. Так, загрузились мы шмотками. Шмотки, кроссовки, в общем, магазин вещей. Вот так вот. Вот так вот я скажу. Так, чем я занимался днем? Сейчас я расскажу, пока меня грузили. Тоже у нас. Так, опять я сюда залазю, потому что, короче, как-то было дело, я наследил здесь, типа как сейчас вот, и поэтому приходится теперь, раз уж, короче, наследил, следить дальше. Вот, ну ладно, побудем стоять где-нибудь, помоем. Так, ну чем я занимался сегодня целый день? Полдня я проспал, полдня, короче, ну не полдня, пошел, короче, искать я вот туда. Так, туда, в общем, Москва, это у нас торговый рынок в Москве, Москва. И, в общем, пошел, нашел кафешку, поел. В принципе, вот кафе здесь все какие-то кавказские такие, знаете. В общем, не русские. Поел, ладно, слава богу. Да простит меня моя язва. Наелся. Сытно поел. Что-то 300 рублей я за этот обед отдал. Потом пошел, прошвырнулся, купил баллончики с газом парочку. Взял парочку, тут они... По 70 рублей я, как бы, ну, не знаю, взял 2. Потому что я знаю, где есть по 50, поеду и возьму 50 еще 2. Или 4. Потом у меня закончилась в автономке солярка, так как я не заезжал. Я думал, мне на сегодня хватит, сегодня выйду и буду потом на трассе где-нибудь ее заправлять. Заправлять машину и заправлю автономку. Нифига, не хватило, кончилось. Я замерз, вот пошел пообедал, потом пошел, в общем, купил эти баллончики, купил шланг прозрачный такого, где-то сечения, где-то, наверное, ну, сколько, 12-й, наверное, 10-й или 12-й, не точно не скажу. А потом скачал солярку, залил омывайку, в общем, все сделал, все, что хотел. Заправил снова автономку, сижу, грею, жарко, гру, классно, на улице вообще капец. С утра видели, погода, как вчера, была
Нет, вчера вы не видели, я вчера не снимал. Ладно, была сырость, шел какой-то мокрый дождь со снегом. В общем, все было сыро. Сегодня утром раз, выпал снег, похолодало, все замерзло. И, короче, такая херня. Ладно, загрузили меня, я думаю, тонн, ну, сколько, я не знаю. Да не более 15 тонн, я так считаю. Потому что мне показалось, что мало. Да и по рессорам видно на машине, что маловато. Вот так вот. В общем, жду 10 часов МКАДа, когда он откроется, гребаный этот МКАД, 10 часов и буду вылетать. Заезжал сюда я ночью, ребята. У меня пропуска нет, ночью можно заезжать. До трешки ночью можно ездить, ребят. Ночью можно ездить. Поэтому не парьтесь, там все будет нормально. Все, короче, я сижу опять отдыхаю, сейчас посплю пару часиков, наверное, покемарю. И в 10 уже начнем трогаться, так что я отдыхать. Такое у меня отдыхальное место, подушечка, мой спальничек, вот так вот я здесь, видите. Верхний я уже на ночь открываю. Плиточка новая, новую плитку уже я взял, старая хана случилась. Новая плитка, чайник старый. В общем, все как было, все как есть. Начинаем дальнобой. Поехали.